Всем привет, друзья, с вами Маламадрас, и это игруха Payday. Да, она именно находится в мобайл-версии сейчас. Это та самая игра, которая уже стала на ПК-версии легендой, но, к моему большому сожалению, я в нее так и не играл. Она у меня есть даже в Стиме, но я в нее не играл. И тут уже игруха появляется на мобильных платформах. Конечно же, меня этот факт очень радует, одновременно удивляет. И я все больше убеждаюсь в своей правоте личной. В том плане, что я не раз говорил, что скоро многие хиты перейдут уже на мобильную платформу. Это круто. Я не знаю, если честно, есть ли игра в Play Market, потому что я ее скачивал через APK Pure. Но, в общем-то говоря, она довольно-таки... легко у меня скачалось, то есть без всяких там танцев с бубнами, да. И давайте же посмотрим, что за игруха. Я в нее не играл, я зашел, только прошел туториал, так сказать, маленькое обучение. Оно было абсолютно бестолковое. Я думаю, что мало чем, в принципе, оно вам будет интересно. Давайте пробежим бегло по нашему меню. У нас есть инвентарь, то есть персонажи, как я понимаю, это полицейские. Есть оружие специальное, да, с необходимыми чертежами, да, чтобы его прокачивать, я так понимаю, да. Можно прочитать информацию по любой пушке, апгрейдить ее, кстати, даже, да. Смотрите, довольно-таки неплохо. Что тут еще? И даже есть скинчики, ребята, представляете? Ух ты, елки, ух ты, елки. А как мне скинчик приобрести? Смотрите, как это все красиво выглядит, ребята. Очень классно. Так, что у нас есть еще? У нас есть пистолеты, у нас есть УЗИшки. Мы это можем все дело выбирать, как я понимаю. Ну, окей. Здесь каждый для себя сам разберется. Менюшка довольно приятная. Плюс я выставил 60 FPS, ребята. Это просто очень хорошо чувствуется. И да, играю я на телефоне, так как недавно приобрел себе телефон. И теперь... уже побольше мобильных игр будет действительно выходить на канале, потому что у меня есть, так сказать, такая возможность играть. Ну и давайте перейдем, собственно. Ранг мод, естественно, у меня закрыт. Аркад мод пока что еще недоступен. Здесь есть лобби, но это нужно его знать, да. И, соответственно, быстрый матч. Давайте поиграем. В игрухе нет русского языка, к большому сожалению, поэтому приходится чисто интуитивно все это дело... чисто интуитивно все это дело понимать, потому что я английский знаю не очень хорошо, но я думаю, ничего сложного здесь не будет. Так, начинаем. Crime War. Прикольно. Игра уже очень красиво сделана. Видно, что не какое-то там дилетантство. Действительно портанули довольно нехило. Правда, справа, видите, есть черная полоса. А, наверное, я ее уберу на монтаже. Куда бежать? Воу-воу, маечка. Масочка, хотел сказать. Так, у меня есть дрель. Три дрели... А сразу, что ли, прям так? Ты чё, блин, наркоман, что ли? Я, кстати, ребят, в игру не играл, но я знаю об этой игре. То есть я знаю механику, то что, так сказать, компания... Так, а как открывать-то? Компания одна атакующих, команда другая, ну, так сказать, полицейские, которые должны воспрепятствовать этому делу. Так, поехали. Дрель выставил одну. Я, если честно, не знаю, играем мы сейчас с людьми или мы играем с... ботами, но это не важно. Я уверен, что это не важно. Так. Ой-ой-ой, полицей! Эй-эй-эй-эй, ты чё? Блин, да ладно. Все? А чё так быстро-то, я не понимаю. А, респаун здесь сейчас будет, окей. Смотрите, моя дрель зато работает. Все нормально. Все нормально, моя дрель рабочая. Сейчас надо будет бабки забирать. Посмотрим. Блин, а здесь надо, знаете что, еще карта, наверное, узнавать, потому что. Так, блин, сломали мою дрель. Давайте сюда. Ой-ой-ой, тихо-тихо, ты где? Тихо-тихо-тихо-тихо. Ребят, если честно, я не понимаю, что тут и как устроено по стрельбе. Ой-ой-ой, вы видите его? Офигеть, это что за бронированное чудище? Короче, я понял, это сразу же игра против людей. Мы насасываем, вот что я понял. Это сразу же игра против людей. То есть тут нет такого, что вы там первые там миссии проходите за человека. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, забота. Да я еще... Вот, одного наконец-то убил я, но это жестко, ребят. Это жестко, это интересно. Нужно привыкать, конечно. Смотрите, а, прыжок у нас есть, оружие поменять. Нет, пистолет мне не нужен, можно гранату кинуть. Давайте ему туда кинем гранату.
Грену нормально прилетело, кстати. Так, где ты? А чё, украли что-то уже? О, прикольно, уже что-то похитили. Убил! Хорош, хилься. Тут еще и хилиться можно. Вот что не узнаешь о любимой игре, да? В которой играешь впервые. Так, что у нас? У нас тут есть бабки. А, это он только поставил. Офигеть. Ой-о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 й. Граната, граната, уходим. Ах ты ж, собака такая. А, пипец, чего это он меня убил-то такого? Смотрите, мы резко стали выигрывать, ребята, бабки. Бабки, потому что забрали. Все, стали выигрывать. Найс, 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 мне очень нравится. Окой, ой-ой-ой-ой-ой. Сверху, сверху. Ой, минус один, минус один. Маламандрос разваливает, Маламандрос разваливает. По своим попал, да? Нет, 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 нет. Боже, что происходит? Подождите, раунд фейлит? В каком смысле? В каком смысле? Короче, нас повязали. Лол, вот это прикол. Жесть. Возможно, сказывается тот факт, ребята, то, что я не играл вообще в ПК-шную версию. Next game через 12 секунд. Ну, давайте поиграем, я не знаю. Меня все полностью устраивает. Меня все полностью устраивает, мне нравится. И я хочу еще один раунд сыграть. Ребята, вы обязательно пишите в комментариях, как вам игруха вообще. Потому что мне очень нравится. Я офигеваю от ее графония. Ну, я серьезно. Я, конечно, понимаю, что телефон не слабый у меня. Black Shark, если кто не знает. И... тут, конечно, ну реально, графон огонь, я хз. Я, нечестно, иногда не верю, то, что я нахожусь в это время, когда это происходит. Потому что, ну, в моем детстве не было похожих девайсов, похожих график вообще даже на ПК, не говоря уже о телефонах. Так, что тут? Мы сейчас на защите, я так понимаю. Да, мы сейчас на защите находимся. Окей. Раунд грабители, раунд копы. Ясно? Понятно. Вот, смотрите, я уже их вижу. 4, 3, 2, 1. О-о-о, вот это серьезный дядька. Давайте туда сразу кинем, чисто на пофигу. Да, дядь, да. Чё за тупой чувак там стоит, смотрит? А, не совсем тупой. Воу-воу-воу. А это что такое? А, это перезарядка, окей. Перезарядку я люблю. Давайте, короче, пойдем вниз, наверное. Потому что меня вообще не устраивает вся движуха, что происходит. Так, смотрите, у нас уже внизу похищают, да? Ой-ой-ой, тихо-тихо. А почему я не могу вниз спрыгнуть? Да твою дивизию. Смотрите, у нас уже внизу что-то происходит. Так, в лифт, естественно, нельзя. Ну да, конечно. Или я только способен защищать только свою территорию? Так, тихо. Давай, это что, щит, что ли? Ух ты, ё-моё. Ну это помповое, блин. Тут по-любому... А чё ты медленно так идёшь? А, я понял, это защита. Ай, вот я нубяра, вот я нубяра. Это, короче, типа броня, которая как раз в упоре только работает. Я понял. Я понял, окей, давайте. Пошлите сюда. Ой, я идиот. Так, сюда, сюда. Оп-оп-оп-оп-оп, тихо. Да, не хватает. А почему он такой бронированный-то? Ну реально, а тут есть донат, мне интересно. Потому что попахивает, что ребята вообще это, довольно неплохо присажены. Давайте дальше пойдем. Ладно, ребят, в любом случае это первый взгляд, первый обзор, который я делаю. Поэтому я надеюсь, что вы меня не будете сильно хейтить. Да. Давай, стреляй. Ах ты, скотина. Ну, короче, я тут убиваю, на самом деле. Я тут сильно убиваю, но мы опять проигрываем. Главное, чтобы они бабки не унесли. А они уносят, да, деньги? А, не туда. Ну ты брось, а. Сам себя убил. Короче, пофиг. Это весело, ребята. А если еще научиться играть, то, наверное, это просто будет бомба. На. Собака. А я могу на улицу выйти даже? Не-не-не, мне надо обратно, говорят.
Да, ребят, мы все проиграли опять. Ну, короче, ладно. А, ребята, мы опять проиграли. Те унесли бабос. Ну, как говорится, век живи, век учись. А что я могу сказать? Игруха очень динамичная. Мне понравилось. Конечно, я не люблю, наверное, как и вы, проигрывать, потому что, собственно, я это и сделал. Но в любом случае, блин, это круто. Это круто. Я в свободное время буду тренироваться, так сказать, играть в нее, чтобы уже отыгрывать получше. А вы обязательно пишите в комментарии, хотели ли бы вы еще на канале Payday Mobile именно. Вот, и, соответственно, может быть, сделаем даже как-нибудь стрим, насколько она мне понравилась. Если у вас она тоже будет, поиграем вместе. Ну и все, ребятки, на этом будем заканчивать. Ставьте лайк этому видео. С вами был Маламадрас. Увидимся в новом ролике.